2013. Yay! Здравствуйте, с вами Флаттершеф 13, и мы будем сейчас играть в старую модификацию 2009 года для Half-Life 2 эпизод 2, эпизод 2, называется Research and Development. Как точно переводится, не знаю, но Development это разработчик, как-то так, Research не знаю. Короче, один из крутых модов, короткий, но очень крутой по атмосфере, по оригинальности, по дизайну и по сюжету небольшому. Ну, в любом случае, сюжет кратко такой, что мы очутились, понятно, в каком-то заводе и пытаемся оттуда выбраться и выжить. Прикол в том, что тут необычная пайба между монстрами, там, альянсом и так далее, а используется все на логике, механизмах и, конечно же... Ну и, конечно же, механизм, короче. Головоломка, можно так сказать. Ладно, тут всего 5 глав. Это финальная. Завод называется NERDS. Я не знаю, как переводится NERDS. N-E-R-D-S. Часть первая. Каждая карта это одна глава. Как я помню. Когда-то он этот мод загружался очень долго. Играл я его сколько лет назад? 3-4 года. Даже больше назад играл, когда в эту игру. Вот. Так что я уже много чего подзабыл, что-то помню, что-то уже не помню. Кратко, вот такая вот ситуация. Борьба с альянсом и муравьиными львами. Такое вот сражение. Да, еще альянс пришел, еще муравьиные львы. А мы тихонько наблюдаем за этим. За этими трущобами. Вот да. Фаталити было от муравьиного льва на комбайна. Короче, мы очнулись по каким-то обломками. Мы были... Не понятно, каким образом мы сюда попали. Видимо, мы убегали как-то и нас завалило камнями. Но мы выжили. Но все же... Ну, а Ян сдох, муравьиные львы тоже. Оружия никакого нету. Самое интересное, что у Альянса даже оружия нету тоже. Вот это интересно, конечно, сделано. Куда оружие делось? Может, муравьиные львы и его съели? Ну, фиг его знает. По месту похоже на какую-то чурму. Так, что у нас написано? Спецрун Шеп Зиро-Зиров. Что-то там с радиацией, эффекты. Типа можно умереть от радиации. Так, а что? Муравьиная тушка такая. Без лапок. Только чейцы и головка. Да. Да уж. И щипцы. Ладно. Что можно тут дальше сделать? Как мы думаем? Есть сейвы, это F6 по умолчанию, да? Да. Так, Weapons Free Zone. Оружие запрещено. Понятно, тут... Опять что-то про радиацию. Так, что-то наверху. Заперто. Эти ворота закрыты автоматически. Понятно, на автоматике работает. Так, что делать? Вот мы попали в это место, очнулись, не знаем, что делать, и попасть никуда нельзя. Тут нету ничего, фонарика у нас нету. Тут тупик, тут. Что-то. А, это понятно. Тут тоже тупик. И тут тупик. О! А вот тут есть муравьиный лев, кстати, живой. Живой муравьиный лев. Полный сил и... Готов для сражения. Так, ладно, что делать вообще? Проход есть вот тут. Но тут огонь. Но нас просто отталкивает оттуда. А если сверху так? Не, у нас герой такой... Такой слабый, то он даже не может залезть на перила. Ну понятно, невидимая текстурка, плеер-клип какой-нибудь. Понимаю, надо попасть туда, что ли? Раз отталкивают, но как-то подогасить, чем это можно. Мы можем взять что тут? Вот такие хрени, но мне кажется, будет больше гореть. Не? Ладно. Ну, как понимаете, обломки ничего не дают. Ладно, что можно еще взять? Только тушку муравьиного льва, может она загорится и как-то перекинет огонь на себя?
Я как понимаю, поджарилась наша тушка, стала съедобной, но мы съесть ее не можем. И огонь как бы потушен. Мне кажется, ее кровь обладает свойствами погашения огня. То есть антиогонь. Ну, вот вода какая-то хрень, не знаю, что там было. Ну, короче, я понял, теперь можно сюда пройти. Отлично. Что у нас тут есть? Такого у нас интересненького. У нас тут есть всякие предметики стандартные, хафлавовские. Всякие лабораторки, механизмы и все прочее. Так, что у нас тут? Есть такой экран, есть такой. У нас тут есть камера. Вот, автоматическая дверь, которая закрыта. Надо ее открыть, да? Так, используйте эти кабеля, да? Как понимаю. Вот так, как понимаю, да? Я не понимаю, что за прикол. Что-то он очень слишком короткий. Хм. О, а давайте попробуем. Да, реально уже что забыл все. Так, кабеля не хватает, чтобы сунуть сюда. Вот это интересно. Прикол в том, что даже вот это не могу вытащить. Да вытащись ты, а? Ну вот, головоломки уже начинаются только в самом начале. Что тут делать, пока непонятно. Ладно, давайте осмотрим комнату, что тут есть. Нет, ничего нету. О! Еще один кабель. Я догадываюсь, что нужно сунуть его сюда. И... Так что ли? Понятно, все надо было, чтобы они вот так соединились, раз не хватает кабелей. И вот так только перешел сюда и открылась дверь. Хм, интересно. Интересная головоломка, да, они такие прикольные. Вот, да. Research and Development, уровень 1. Welcome to North. Do not feel the animals. Thank you. Пожалуйста, не кормите животных, спасибо. Все. Я слышу пик-пик-пик, как будто... Кто-то в больнице там умирает, что ли? Это диаграмма сердца, или как это, кардиограмма сердца вот идет. Вот тут где-то. Эй. Тут? Так, откуда звук идет? Тут? Ладно, не знаю, откуда идет. Вот свыше какой-нибудь. Радар какой-нибудь, не знаю. Передает сигнал. Так, что у нас тут есть? Кто-то сказал? Окей, я понял, сюда идти надо. Я кого-то слышу. Ох, щет. Я понял вас. Сюда попасть невозможно, там война комбайнов с гражданином каким-то было. Только стрельба я слышу на заднем плане. Так, что же за ноутбук вообще? А, это он мигал. Там что-то было написано, блин, не увидел. Инбокс, сообщение. Ты жив, но... Тут опасно, нужно использовать всякие... Ворота, чтобы избежать отсюда. Короче, надо идти вдоль ворот, открывать их и избежать отсюда. Ты надо выбраться из этого здания завода. Тут нужно чинить всякие трансмиттеры, ну, короче, технику, и тогда я... Ты можешь идти к южной антенне, и я смогу тебе как-то помочь через нее. Глава лаборатории, короче, надо тебе выжить. Спаси и сохрани. Вот что еще тут. Welcome to the Necrotic Extraterrestrial Research and Development Station. Так вот она как переводится. Нёрдс. Некротик. Некротик, пишу сказать. Ну да, три письма тут. Три письма. 2010 года. Сегодня ситуация следующая. Так, что тут? Короче, я плохо знаю английский, можете сами потом почитать. Трансмит. Трансмит — это передача сигнала.
Понятно. Ну ладно. Я как понимаю, надо вот это нажать. Это не тебя. Окей, что я открыл? Ладно, второй рычаг что делает? Угу. Я выпустил муралью налево. А сюда попасть невозможно, да? Чё там вообще? Ладно, я понял тебя. Понял тебя. Окей. Мы выпустили муралью налево, я понял. Но. Мы выбраться из этой комнаты так и не можем. Как это сделать? Да, головоломки тут уже жесткие уже в самом начале. Чё-то не помню, что делать надо. Тут прохода же не было. Вот теперь открыт. Так, ферроподы. Ну я понял, ферроподы можно управлять. Муравьиными львами они тебя не тронут. Это я помню. Первое оружие это ферропод. Окей. Интересно, есть автосейвы? Да, вроде есть. Так. Что у нас еще раз? Тут муравьиный лев. И мы наверху находимся. У нас есть ферропод. Мне кажется, что надо этого муравьиного льва провести куда-то. А может и не надо, давайте проверим. Что тут у нас? А вот и комбайны. На этом заводе тут сидят, там ждут. Непонятно чего. Так, что это? Мы открыли проход. Кстати, они, блин, нас не видят. Прям вот в упор почти находимся. Ага. Окей, мы открыли проход, я понял. Но мы отсюда выбраться не можем. Самое интересное. Все закрыто, решетки. Ладно. Ну, это не просто так, ферропод нам дали, отсюда выбраться, к сожалению, нельзя, не выпрыгнуть, не упасть. Ну, благо, зато чувак убнул, не может упасть. Так, ладно. Давай, вот муравьиный лев, да? Куда идти? Ну, допустим, кинем его сюда. А, он, кстати, не такой тупой уж. Он не идет вот на этот провод. А не, идет. Но он просто его отбрасывает, да? Окей. Я понимаю, надо провести его через лабиринт, что ли? Так, тут кабель. Вот тут нет кабеля. Сюда иди. Блин, ну не будь тупым. Сюда. Блин, сюда. Аккуратно. Теперь вот сюда. Муравьиный лев, иди сюда. Давай назовем его Шарик. Шарик, сюда. Сюда, Шарик. Ну, Шарик. Шарик, ну хватит тут глупить. Вот, сюда. Шарик. Сюда. Сюда, Шарик. Так. Теперь вот сюда. Тут куда идти вообще? Тут кабель вижу. Так, Шарик, вот сюда. Сюда иди. А теперь Шарик. Сейчас вот так сделаю. Тебе Шарик вот сюда. Сюда. Так, сюда, Шарик. Сюда. И вот туда подальше. Молодец, Шарик. Так. Теперь. Ага, я понял. Сюда. Сюда, Шарик. Беги. Сюда иди. Теперь вот сюда иди. Ладно, кстати, вот сюда, раз такой немного глупый. Ну, сам ты мог бы прилететь на самом-то все, ну. Иди сюда. Сюда. Сюда иди. Блин, он такой глупый. Шарик. Шарик. Поближе, вот. Пошел, блин. Муторно это дело с этим районом его. А, я теперь понял, что надо было сделать. Она просила сюда. А теперь, чтобы он туда напал, что ли, на комбайнов. А он справится. Один муравьиный лев против столько комбайнов. Ну, давайте увидим. Пошли. Ну, иди. Смотри, какой живучий, как уворачивается.
Ох, что взорвалось. Ау, больно. О! Давай, атакуй его. Муравьиноед, давай. Ты куда долго и живучий. Одного комбайна убить осталось. На. Ну, одного убить комбайна осталось. Муравьиноед. Че ты тупишь? Мне кажется, это баг какой-то сработал, который никогда не видел. Вы все сдохли, кроме него, ну... Ладно, пофиг, пусть он там сидит, и я так пройду. Отстань, не стреляй по мне, все. Так. И что тут же тут у нас есть? Кабеля. Чё? Ха! Меня током даже не бьют эти кабеля, ну ладно. Ну, я понимаю, сюда обратно не надо идти. Тут ничего нету. Угу. Я понял вас. Автор думал, не, я не вернусь назад. Поэтому не сделал так, чтобы они меня убивали. И хотя бы отталкивали. Блин, иди ты нафиг. Хватит по мне стрелять. На. О! Ну наконец-то догадался. Чё-то ты долго тупил, Брайан Лев. Иди сюда. Сюда иди. Он меня не будет, да, убивать? Да, он добрый. Ну, у меня ферропод, значит, я и свой. И что тут делал? Непонятно, что он тут делал, ладно. Так, так, так. Что тут у нас тут есть? Заперто. Туда пойдешь? Не, да? Так, поле комбайновское, да? Силовое поле. Так, так, тут мы пришли. Подожди, оно питается от машины. Вот этот кабель, но я что-то так вытащить его не могу. Вот надо вот это сбросить. А он попадет, типа, это по машине? Ча? Ага, она многоразовая. Ну я понял, как работает механизм, нужно его сбросить, как понимаю, на машину. Окей, как ее отодвинуть? Второй вопрос. Пора с мыслями мозгами, что тут можно сделать. Ну а ты мне поможешь как-нибудь. Она так не двигается, это я понял. Эй! Это же закрыто тут было. Ай! То есть я эту штуку скинул, эта дверь открылась, только странновато. Я понял, что надо использовать с помощью вот этих хрень, чтобы это все подзорвалось, может вот так сделать. Чтобы он упал на этот газовый баллон взрывной. Что ты делаешь, все? Да, смотрим зреющим Рагинаев вместе. О! Так и есть. Просто сломаю эту розетку и все. Как ты так в воздухе стоишь, а? Чурбан, пошли. Там, наверное, опять комбайны, да? Так, что у нас тут? Лаборатории, ксеноморфы, угу. Пошли. Так, тут много мертвых муравьиных львов. Чё? Чё? Там, по-моему, кого-то убило. Да, вот гражданин, я вижу. Подбил вертолетик. Да, сейчас тебе капец будет, тебе мина попает. Не, он еще жив, смотри-ка. Вот это сражение.
Жестковато. И ты уже обгоревший труп такой? Понятно. Так, тут держались муравьиные львы в клетках, как животные, да? И они все сдохли, к сожалению. Окей, куда идти? Тут заперто, тут закрыто. Тут не попасть. Это шестеренка, кстати, тут. Зачем эта шестеренка тут? Что? Комбайны! Давай, дерись! Муравьиный лев, ты же сильный. Ты очень живучая тварь. Во! Давай! Комбайнов так, на раз, на! На! Да на! Ну что ты тупишь? Пошел, пошел, пошел! А, ты тоже не можешь из этого пройти. Да, гоу-гоу-гоу, быстрее! Давай, иди сюда. Дурачок. Все? Да сколько их там, этих комбайнов? На. Да, Марин Лев вообще бессмертный какой-то. Либо он там напичкан какими-то веществами, из-за чего убить его почти невозможно. Или вообще невозможно. Да сдохнуть уже. Они бесконечно будут идти, эти комбайны. Кстати, ну умный муравьиный лев. Давай. Ударь по нему. Мне кажется, они бесконечны. Бля, не закончится, скажем, эти комбайны. Комбайны. Они, по-моему, бесконечные. Ладно, занимаясь ими, я пока тут подумал, что нужно сделать. Раз они бесконечны. Что это? Что за звук? Блин, да вы что, издеваетесь? Комбайны что, тут теперь? Сюда иди. Спасай хозяина! Спасай хозяина, блин! На! Я выйду, по-моему. Блин, да где вы? На! Муравьин Лев, ты чё тупой, что ли? Иди ты нахрен! Я понял вас, короче. Жесткое место, да, сзади и спереди комбайн начинает идти. Ладно, я понял. Ладно, давайте пока закончим. Надеюсь, вам понравилось. Ждите продолжения этого мода, кто смотрит. С вами была Fluttershy 13. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И пока, ей!